На предприятиях, которые хранят у себя сухие порошкообразные материалы, всегда актуальна проблема выгрузки этих материалов из силосов, бункеров и других емкостных хранилищ. Существует два наиболее распространенных способа решения данной проблемы. Это установка на внешнюю стенку емкости электромеханического вибратора, либо использование специальных систем аэрации. В отличие от электромеханических вибраторов, системы аэрации не оказывают разрушительного воздействия на стенки емкостных хранилищ. Наша компания предлагает два вида систем аэрации. Первый вид – это система аэрации на базе аэрационных жиклеров. И второй тип – это система аэрации на базе виброаэраторов. Систему аэрации на базе аэрационных жиклеров АН-32 отличает относительно небольшое потребление воздуха при низком давлении. Если рассмотреть работу данных жиклеров на примере такого материала, как цемент, то в данном случае аэрационные жиклеры и, как и вся система, служат для того, чтобы насытить материал воздухом, создав своеобразную цементно-воздушную смесь, и тем самым увеличивая ее текучесть при выгрузке. Что касается системы аэрации на базе виброаэраторов, то помимо того, что они насыщают материал воздухом, они также оказывают и побуждающее воздействие на материал, то есть создают определенные вибрации. В данном случае установка данной системы подразумевает, что виброаэраторы устанавливаются изнутри емкости, а жиклеры можно установить с внешней стороны. Потребление воздуха у данной системы значительно выше, чем у системы, которая собрана на базе жиклеров, но ее эффективность значительно выше. Также в состав обоих систем входят соединительные трубки, переходники, электромагнитно-отсечной клапан и итальянский фильтр влагомаслоотделителя с регулятором давления.